Обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игрушку Hill Climb Racing. Ребяточки, это будет первая часть продолжения. Так, ну что ж, продолжаем играть, ребят. Мы в прошлой части купили с вами вот такой вот мотоцикл. Сначала мы ездили на джипе, ребятки. Потом мы приобрели себе мотоцикл, да. И сейчас давайте, наверное, будем делать все возможное, ребятки, чтобы купить вот такой вот джип за 100 тысяч. А также мы можем купить трактор за 100 тысяч. Ну, в общем, давайте вот, наверное, будем подряд вот так вот идти. Так, ребятки, я предлагаю на этом мотоцикле еще... давайте его не будем тюнинговать, а лучше проедемся и заработаем еще немножко денег. Для того, чтобы с вами купить этот джип и дальше, так сказать, гонять по этим просторам. Вау! Ребят, кто проходил эту игру, ставьте пальчики вверх и пишите в комментариях, как вам удалось ее пройти и было ли это сложно. Потому что, ребят, раньше я играл только во взломанную версию, и она была, ну, типа так, ну, очень там легко все было, потому что там все было уже открыто, и мне оставалось, ребятки, только ездить по открытым трассам и ездить на открытых автомобилях. Все это мне было бесплатно, у меня были там миллионы денег. Теперь же у меня, ребятки, обычная версия. Давайте переиграем уровень, а то я упал. Теперь у меня, ребят, обычная версия. Я сейчас хочу заработать еще 37 тысяч монет для того, чтобы купить себе новый, ребятки, джип и прокатиться на нем. А потом уже открыть, ребятки, новый уровень и прокатиться на джипе там. Я думаю, будет неплохо. Тихо. Так, ребятки, что это? Лед какой-то или стекло какое-то здесь? Что это? Лед, наверное. Так. Давай. Поехали. Давай, отлично. Ребятки, 64 тысячи у нас есть. Нам нужно 100 тысяч для того, чтобы открыть наш отличный джип и, так сказать, прокатиться на нем. Так, вот эти мячики здесь, вот, мне, ребята, они абсолютно не нравятся, потому что они мешают мне ездить здесь. Оп, бензинчик взяли, отлично. Отлично, просто супер. Давай, газу. Нет, хух, ребятки, чуть только что не перевернулся. Это было бы для меня огромная трагедия, потому что, ребят, я хочу все-таки собрать определенное количество монет. Ой-ой-ой, давайте из воды выезжать, потому что вода это довольно так серьезно, ребят. Отлично, просто супер. Ой-ой-ой, тихо. Ну что ж, довольно-таки неплохо, ребят. Я считаю, что, смотрите, мы уже осенью едем, у нас уже есть 70 тысяч. И это, я вам скажу, ребятки, довольно неплохо. Хух, ребят, я только что чуть не ударился. Ой, хоть бы не утонуть-то. Ребят, посмотрите, по шею в воде. Тихо. Так, 70 тысяч, ребят, у меня есть, осталось... еще, ребятки, совсем немножко осталось, еще 20 тысяч нам заработать для того, чтобы открыть крутой джип и на крутом джипе потом заработать, ребятки, кучу денег и открыть новую трассу. Таким вот образом мы с вами и пройдем потихонечку эту игру. Так, вот эти листья, ребятки, мне не дают проехать. Вы видите? Понимаете, да? Так, давайте теперь вот так вот еще раз. Давай. Газу. Да что ж ты будешь делать? Ой-ой-ой, давай. Нет, назад. А, ребята, бензин-то заканчивается у меня, да? И оказывается бак. Бак, ребята, давай еще чуть-чуть. Ребят, буквально метр я не дотянул до канистры с бензином, ребятчики. Это не очень здорово, потому что я бы хотел бы дотянуть. Ну что ж, давайте, может в этот раз нам повезет. Ну, если честно, мне мотоцикл не очень нравится, потому что... на нем сложнее намного ездить, чем на джипе, например, да, на том же. Но все-таки мотоцикл намного быстрее и мощнее, чем джип. Но управление здесь, конечно, ужасное. Просто вы только посмотрите, как такое вообще может быть, а? Давайте по новой. Так, ребятки, осталось собрать нам 25 тысяч рублей. И мы с вами будем на лидирующих позициях. Нет, тихо. Так, давай. По новой пошел. Вот так вот.
Ребячки, ух уж эти дороги, ух уж эти трамплины. Реально очень тяжело. Надо быть более внимательным и более бдительным к тому, что происходит, ребячки, на дороге, потому что здесь у нас очень... Посмотрите, какие у нас здесь обрывы есть. И, в общем, ребят, у нас уже 123 есть этих алмаза. Мы их будем сохранять на будущее для джипа, наверное, и уже что-то приобретем потом. Так, ребятки, ну что ж, 80 тысяч мы с вами заработали вообще налегке, то есть, да, осталось нам заработать еще 20-ку, и мы тогда купим уже крутой джипик себе. Тихо-тихо-тихо, чуть потолок не зацепил, ребятки, головой. Так, ребятки, ну что ж, пришла осень. Пришла осень, мы опять заехали вот сюда. Нет! Да что ж такое, ребята, надо было лучше набрать газу и перелететь все-таки эту бездну, потому что довольно-таки сложно, ребяточки, здесь, да. Так, погнали, погнали, погнали. Газу, 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 газу. Отлично. Нет, ребята, опять я упал. Да что ж такое? Так, ребятки, осталось 15 тысяч нам собрать. Это совсем немного, ребят. Это совсем, ребятки, немного. Так что давайте уже доедем все-таки. Ай, перелетел все монеты. Так, тихо-тихо, ребят, чуть не врезался. Вот так вот неплохо, отлично. Просто супер. Тихо! Чуть, ребяточки, голову мне не снесло. Куда же догодиться-то, а? Так, ребятки, 90 тысяч монет уже у нас. И это, ребятки, просто замечательно. Я так считаю. Ой, да что ж я наделал, а? Еще раз придется ехать для того, чтобы заработать эту сумму. Погнали. Ребяточки, метров у нас рекорд, собственно. Так, тихонечко. Тихо-тихо. Самое главное не разбиться, не упасть. Тихонько. Неплохо. Довольно-таки неплохо, ребятки. Это просто супер, я считаю. Фух, ребят, меня чуть мяч только что не убил. Реально, чуть не прибил мяч. Так, тихо, давайте наберем разгона лучше вот так вот. Опа. Отлично, отлично. Тихо, ребята, 94 тысячи. Так, ребятки, еще, я думаю, один раз, и мы все-таки соберем эту сумму, которая нам нужна. Так, погнали. Брррр, вот это да, вот это я понимаю, вот это круто. Давай, 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 давай. Так, неплохо, неплохо. Вот так вот.
Да что ж такое, ребят, опять я провалился. Вот как так? Мне за сальто, да, дают какие-то, наверное, надбавочки. Так что, ребятки, давайте еще совсем чуть-чуть. У нас уже, нам 2000 осталось собрать, ребятки, и у нас будет джип. В наших руках, ребята, будет уже джип. Давай, вау, нет, нет, нет. Ох, ребятки, я думал, я опять упаду. Ребят, уже 99 тысяч, совсем еще немножко осталось собрать денег. Совсем еще чуть-чуть осталось собрать деньжат, ребят. И у нас будет 100к. Да, ребята, 100 тысяч, у нас уже есть 100 тысяч, ребятки. И это просто замечательно. Благодаря вам, ребятки, я собрал денежку на новый джип, который мы сейчас с вами приобретем. И будем дальше зарабатывать денежку для того, чтобы приобрести новую трассу. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, ребятчики. Так, ну что ж, дорогие друзья, довольно-таки неплохо у нас получилось такое вот сальто. Теперь давайте, ребятки, перейдем к покупке нового аппарата и приобретем вот этот джип. Все, ребяточки, отличненько. Джип у нас есть. И давайте купим, наверное, амортизацию. Все, ребятчики, давайте теперь на вот этом джипе прокатимся. Вау! Вот это джип! Вот это я понимаю транспорт, ребяточки. Вот это да. Намного легче, конечно, ездить на нем, чем на мотоцикле. Что очень радует. Потому что он создан, ребяточки, чтобы ездить по таким вот равнинам и не париться вообще ни о чем. Надо посмотреть сейчас будет, ребятки, сколько нам нужно заработать денег для того, чтобы открыть новую трассу. Вот джип мы с вами открыли, да? А для того, чтобы открыть новую трассу, надо будет посмотреть, сколько нам нужно денег. Что, я что, застрял, что ли? И вот это на все, что способен этот джип? Ого, ребятки, да, далеко мы так на нем, конечно же, не заедем. Нам нужно его тюнинговать и... Да, ребята, далеко мы на этом джипе, конечно же, не заедем. Все, приехали. Так, ну что ж, ребяточки, я предлагаю, что нам нужно, знаете, что... Нам нужно, ребяточки, посмотреть, сколько стоит следующий этап. Ребяточки, а пустыня, ребятки, стоит всего-навсего 35 тысяч рублей, ребятки. И мы с вами купим ее уже в другой, ребяточки, части. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Если вы не подписаны, пожалуйста, 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 ставьте пальчики вверх. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Вечное Детство. Мы играли в Hill Climb Racing. Первую часть без читов. Пока-пока. Обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали!